Русская православная церковь Московского Патриархата здесь ни при чем вообще. Это я готов с уверенностью сегодня сказать. Это игры определенных людей администрации президента, которые очень обеспокоились тем, что я могу начать играть новую роль в оппозиции после краха Координационного совета оппозиции. А Координационный совет оппозиции очень устраивает администрацию президента, потому что он абсолютно не способен. И поэтому это попытка превентивно меня уконтрапыкать. По моим данным, решение сажать меня уже принято. Но деваться мне некуда. Я пойду на допрос Следственного комитета, что будет, то и будет. Я буду мириться с той политической реальностью, которая существует. К сожалению, я живу в Российской Федерации, я гражданин Российской Федерации. И выхода у меня нет. Может быть, я хотел бы родиться в Новой Зеландии, но я в ней не родился, и поэтому я действую сообразно этике и политической логике гражданина России. Это было пожелание одного из самых высокопоставленных кремлевских чиновников. Они действуют так, как считают нужным, как могут, как они привыкли действовать. Они привыкли использовать, к сожалению, уголовную юстицию для решения политических проблем. Поддержку меня может сказать кто угодно, хоть президент Путин. Другое дело, что мотивация моего ареста настолько очевидна, что, скорее всего, он состоится. Потому что его мотивация — это не допустить того, чтобы я перехватил какое-то лидерство влияния в оппозиции, потому что администрация президента этого реально опасается.